Мы на месте. Мы приветствуем Синтию, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит. Я до команды. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Синтии под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Синтии. Находит все. Нет, 3 интерферента. Бес, красный дракон. И у нее какой-то жук-рогач. У нее рога прямо над головой у нее были. Жук. Они в клетке? Да. Снимаются маски и голограммы. Сущности пристают согласно своему эфирному коду ДНК. Сканирую жука. Конечно. На счет 3. Влад достанет сканер Плеяд. Просканируй жука. Если эта сущность сейчас не проявится, я его сожгу в клетке тюрьмы. Это его защита. Он открывается. Сейчас выйдет кто-то. Арахноид. Арахноид? Выпался из него арахноид. Ты что, мне здесь решил театр устраивать? Нет, он находится именно в таком виде в ней. А что это за вид такой в виде жука? Эти рога, они как антенны, они передают энергии наверх. И какие энергии ты передаешь этими рогами наверх? И сколько этих энергий ты передаешь наверх? Сперва он в копилочку складывает, этот жук изнутри наполняется, а потом передает наверх. Жук, ты воруешь? Арахной, ты воруешь частички души, биоматериал? Нет, он только энергии собирает. Хорошо, сканер, просканируй полноту души у Синтии. 100%. Хорошо, какой у нас бес? 8. Красный дракон? 28.71. Сколько находился красный дракон в этом биополе? 5 лет. А что ты делал без контракта его разрешения в биополе этого человека, этой души? Он говорит, что он ее жарил, давал надежду, показывал крылья. Дракона? Крылья и дракона? И силу в руках, энергии. Я не понял, что ты делал в этом биополе? Я 3 раза повторяю свой вопрос. Один пользовался раз... биополем. Что ты давал взамен? Иногда давал какие-то знания. То есть, ты практически паразитировал в ее биополе, правильно? Практически, да. Больше пользы было для меня. Она жила в самообмане, надеясь, что у нее свои энергии, принимая за мои. И почему ты это делал? Почувствовал свою безнаказанность? Для своего развития. Ну, хорошо. Я думаю, для твоего развития будет правильно достать сейчас печать дракона и включить ее на полную мощность. Как тебе такой вариант? Не нужно, я понимаю свою неправильность действий. Я не уверен, что ты понимаешь. Ты знаешь, что Синтия вправе тебе сейчас поставить свою печать на твой хвост, и ты всегда будешь везде опознаваемой этой цивилизацией. Ты этого хочешь? Нет. Но зачем ты тогда переходишь границы? Ты считаешь души за подопытных муравьев? Прихожу, беру, что хочу, даю, что хочу. И полностью ломаю планы человека, забирая его право на собственную жизнь, на собственное распоряжение энергиями и на свое развитие. Законы мироздания для кого были написаны? Только для нас? Я не забирал ее жизнь. Ты не забирал даже ее жизнь? Даже иногда подсказывал, как правильно быть. Да, куда направлять. Хорошо. Ты знаешь о том, что не просит, не лезь. Слышал такое правило? Она тебя просила о чем-то? Лично меня нет. Ну хорошо, дракон, значит, тогда будет иметь последствия эта сегодняшняя встреча для тебя. Начинаем с реверса энергии. Даю команду Синтии спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Синтии. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Сколько находился арахноид в этом биополе? В виде жука. Надо. Придумал себе. 3 года. 3 года. Ты знаешь, жук — это в принципе инсектоид. Это инсект. Почему ты под жука копировал? Ты не мог там под другую это какую-то? Конструкция с... Да. Антеннами в виде рогов. А, вот как. Просто странно выглядит. И сколько бес находился в этом биополе? 5 месяцев. Хорошо, на что ты зашел? Разные эмоции. Всего помаленьку.
чуть конкретней. Я должен понимать, о чем идет речь. Слишком расплывчато ты отвечаешь. Порталы у нее в доме. Мы их сегодня будем закрывать. Значит, ты находишься в доме, да? Да. Кто еще находится в доме? Красный дракон? Все. Все? Какая веселая, слаженная команда. Хорошо, как с реверсом? Закончился. Установили фильтр золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Синтия забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные, чистые. 1, 2, 3. Скажи мне, бес, есть ли лярвы в биополе Синтии? Есть. И где они находятся? На спине. От чего у нее там лярвы? Несбалансированная она. Боль у нее там в позвоночнике, на поясе. Это чье-то воздействие или это ее собственное? Это собственное. Хорошо, бес. Хочешь получить эти лярвы? Да. Хорошо, я дам тебе отдельную команду. Еще один вопрос. В квартире ее присутствует черт? Присутствует. Я буду собирать там негатив. Мне нужен кто-то, кто потом, все пока, после того, как все уберет, покажет, где открыты порталы, я их закрою, и после этого буду собирать негатив, могу отдать в дорогу. Интересует? Да. Хорошо. А эмоциональный фантом тебя тоже, получается, интересует? Все, что на моей волне, меня интересует. Все, что я назвал, получается, все на твоей волне. Ну, я все заберу. Хорошо. И давай мне дополнительную информацию. Мне нужна информация, как человеку впредь избежать этих подключек. Вот эта информация меня интересует. На какие частоты ты заходишь? Когда я буду вытаскивать эмоциональный фантом, я буду перечислять эти частоты. И ты должен мне назвать пару из этих частот, которые являются основными, из чего все вытекает. Ты меня понимаешь? Дурак я. Я не говорю, что ты дурак. Yes, я все понимаю. Хорошо, договорились. Значит, тогда я дам отдельную команду. Реверс закончился, Вера? Да. Тогда начинаем с арахноида. Арахноид жук. Или жук-арахноид. Никогда такого не видел. Выходи, арахноид. Вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Отключайся полностью. Возвращайся назад, докладывая о готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то случайно оставит или забудет, с ним может случиться неприятные вещи. У меня плечи, спина. От плеч вниз идет шея, голова, паутине все. Хорошо. У тебя потомство есть, арахноид, в ее квартире? Есть. Я сейчас его увидел. Хорошо. Мигрень была, головные боли, давление, прыгало? Нет, у нее больше мысли были. Прыгала с одного на другое. Но это тоже энергия, которую человек затрачивает на эти мысли, и, соответственно, вырабатывается какая-то энергия, которая потом... Я должен не улыбаться, когда я читаю «Жук арахноид». Отсылал к себе на свою чистоту. Хорошо, красный дракон, твоя очередь, выходи. Вытаскивай свои платы, рассказывай, как они действовали. И возвращайся назад, приступай. Ну, он правильно сказал, она ее жарила, она наполнялась. Сердечная чакра и выше все занято было его энергиями до третьего глаза. Руки, она как горела, жарко ей. Я считаю, это уже массивное воздействие, красный дракон. Она горела идеями. Постоянно что-то говорила, что-то указывала, показывала. И что, она не могла противостоять энергиям красного дракона? Она принимала их за свои. Ну, это уже серьезное воздействие, красный дракон. Я сегодня буду запрашивать межгалактическую полицию. Есть ли за тобой какой-то след еще остался? Делал ли ты такое уже когда-то? И, скорее всего, ты уйдешь на разговор с межгалактической полицией. А может быть, и что-то и серьезнее. Он забрался. Хорошо, бес, твоя очередь, выходи. Собирай все, что ты оставил. Как снимешь, на месте доложи. Что ты установил? Гольфы? Не ленточки от колена вниз, он их разматывает сейчас. А как гольфы увидел? Хорошо. Как они воздействовали на нее? Утяжеляли? Он аккуратно сматывает, так и рассказывает. Это, наверное, его фишка. Волшебные ленточки. Волшебные? Да ты что? Расскажешь, в чем их волшебство? Конечно. Давай. Куда потяну, туда и пойдет. Потяну в одну сторону, пойдет. Потяну в другую. Так и будет ходить. Забывать, что ищет. Понятно, потом... хорошо. Хорошо, разрешайте забрать эту лярву. Забирай, ничего не забывай, возвращайся назад. Готово. Выходит эмоциональный фантом Синтии. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Ей сгенерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом вышел. Много там?
Полный рост человека вошел в фантом. Синтия, эти все энергии вы сами произвели. Здесь вам уже никто не мешал. Все перечисленное находится в этом шаре. Вы готовы с ним расстаться, с этими энергиями? Да. Сворачивай энергии в шар. Бес забираешь? Да. Отправляй бесу. Слушаю тебя. Что ты там говорил? Волнение. Давящие переживания, волнение, энергию запутанности. Чуть-чуть запутанности было. Ну хорошо, что тебе, на твой взгляд, является основным здесь? Так и я же сказал, все помаленьку. Чуть-чуть депрессивные, волнение, какой-то испуг. Понятно. Хорошо, мне этой информации целый достаточно. Целый салат. Целый салат и дальше по кругу. Понятно. Хорошо, бес. Тогда мы сделаем... Салат для меня. Сборник такой энергии. Итак, я отправляю тогда сейчас беса и арахноида в квартиру Синтии. Они собирают все, что они оставили там, дожидается меня. Я прихожу, проверяю арахноида, потом отпускаю с потомством. И когда он все соберет, бес собирает все, показывает мне потом порталы. И после этого я отпускаю беса с этим негативным шаром энергии из квартиры. Все понятно? Понятно. Открывается два портала в квартиру Синтии. 1, 2, 3. В один уходит бес, во второй портал уходит арахноид. Закрывай, печатай, растворяй оба портала. Готово. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Посмотри, пожалуйста, красный дракон 2871. 5 лет сидел. У него еще в квартире осталось, но я могу сам убрать, если там за ним что-то или нет. Бери слово дракона и отпускай. Благодарю тебя, хорошо. Ему еще рано уходить, он еще должен квартиру убрать. Хорошо, красный дракон, сегодня тебе повезло. Я хочу получить от тебя слово красного дракона, что ты больше никогда к этому человеку ни в его дом не придешь. Даю слово красного дракона. Открывается портал в квартиру Синтии. И красный дракон уходит в этот портал, забирает все, что принес, собирает все и дожидается нас. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Клетка пустая. Есть плата дракона. Под платами открываю воронки в галактическое ядро. И плата уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Забыл с перепугу. Хорошо, поехали по частотам. Хорошо, мы закончили чистку. Как Синтия себя чувствует после освобождения? Радостно мне очень. Все видела, я понимаю. Энергиями наполнилась, вибрирует. Все очень приятно. Благодарю вас. Замечательно. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать ее в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Синтии. Это мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Синтии. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую здесь всех присутствующих. Можете звать меня Палиос. Палиос. Приветствуем вас, уважаемый Палиос. Вы куратор или учитель, Синтия? Я куратор. Благодарю вас. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной. Все убрали, осталось сегодня 10 вопросов к вам. И сейчас, с вашего позволения, я тогда эти вопросы прочитаю. Одну секунду. Я бы хотела немножко исправить свой ответ. Я как куратор, так и учитель. Я направляю ее туда, где нужно... Где нужна новая информация ее душе. И места, где ее душа будет чувствовать себя чистой, гармоничной, сбалансированной. Пока ей этого достаточно. Благодарю вас, уважаемый Палиос. Я начинаю с вашего разрешения с первого вопроса. Каково происхождение моей души? Твое происхождение редкое на Земле. Андромеда. И мы приветствуем представителя Андромеды в нашей комнате диагностики. Благодарю. Продвигаемся дальше. Второй вопрос. Какой уровень моего высшего я? 11 уровень высшего я. Благодарю вас. Третий вопрос. Где до сих пор моя душа проходила обучение? Мы постоянно развиваемся. Любая душа развивается и выбирает себе разные объекты. Разные объекты несут себе в разные формы жизни информации. Твоя душа проходила опыт на разных объектах.
Все планеты галактики Млечный Путь, если тебя это интересует, были и другие галактики, звезды и скопления. В этом был вопрос? Я полагаю, да. Как вы прочитали, как вы ответили, так и был этот вопрос задан. Можем продвигаться дальше или вы хотели добавить? Можем. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Какова главная задача, миссия моей жизни? Так как планета Земля наполнена деторождением, чувствами и эмоциями, твоя главная задача – научиться ухаживать, любить, принимать материнство, а также держать в балансе свои чувства и эмоции, не быть совсем холодной, но иметь хладнокровный дух, не подпуская к себе чужих эмоций, иначе твой баланс нарушается. В этом и есть твоя задача – насытиться земными привилегиями эмоций, а также материнства. Вы закончили? Да. Благодарю вас. Пятый вопрос. Через какое занятие я могу лучше всего выполнить свою миссию в этой жизни? Я не буду затрагивать материнство, ты сама знаешь. Здесь очень много ответственности, эмоционального составляющего и других чувств. Я заострю внимание на балансе души и хладнокровного восприятия. Ты должна сбалансировать хладнокровное восприятие и любовь, чтобы твоя душа научилась не распылять свои искры зря, а сохранять их, понимать, любить и в то же время не тратить зря энергию на чужие капризы и эмоциональные состояния. Тебе много энергий, которые текут в тебе по спирали. Энергия Андромеды. Эта спираль иногда нарушается у тебя и выходит, как грыжа, в разные стороны. В зависимости от твоего эмоционального состояния, которое ты впитываешь от других людей, научись не подпускать к себе это состояние. Вернее, не впитывать в себя чужой негатив. И я хочу сказать, что такое чужой негатив. Чужой негатив – это раздражение с чьей-то стороны, которое ты не должна принимать к себе. Твои вибрации и внутреннее хладнокровие и спокойствие должны быть такого уровня, что чужой негатив или же раздражение в виде чужих негативных вибраций не проникали в твои тонкие тела и в дальнейшем в биополе, затрагивая твои чакры, сердечную, третий глаз и коронную, а также вишудху. Раздражение проникает и заполняет тебя, но оно чужое, оно не твое. Ты можешь остановить его простым языком. Договаривайся и объясняй, что тебе это неприятно, и это раздражение попадает к тебе зря. Оно может не касаться тебя, но человек говорит с раздражением, и это может повредить твой внутренний баланс. Если это близкий человек, старайся разговаривать и объяснять. С чужими людьми выставляй баланс, как я уже говорил, энергетическую стену из энергии, не подпуская к себе эти раздражительные вибрации. Закончил. Я благодарю вас. Я перехожу к следующему вопросу. Шестой. Что означает то, что я увидела в моих видениях? Огненные шары в моих руках, ладони, мои крылья, дополнительная пара глаз на лбу. Очень подходит под описание красного дракона. Абсолютно верно. Благодарю вас. Да, 5 лет он сидел. Вытащили мы его. Можем идти дальше? Или вы хотели здесь что-то еще дополнить? Здесь нечего дополнять. Вопрос был отвечен. Я лишь хочу сказать, что твои энергии имеют другую структуру и не несут в себе красный цвет. Продолжайте, пожалуйста.
Благодарю вас. Седьмой вопрос. Как я могу лучше всего поддерживать себя прямо сейчас, чтобы быть в гармонии, чтобы быть в мире и гармонии? Только изнутри. Как я уже сказал, любое раздражение повредит тебя. Не допускай его до себя. Выставляй стену. Можешь делать это физически, если тебе трудно энергетически. Вытягивай руки и защищайся. Со временем ты увидишь эти энергии, они как прозрачные колеблющие стена, которая исходит от тебя так далеко, насколько велико твое намерение. Находи радость внутри себя, в окружающих, в природе. Сейчас весна, и очень много позитива можно почерпнуть от природы, от цветов природы. Ты на земле, не забывай это. Пользуйся каждым моментом и цени каждую мелочь. От муравьев, цветов, деревьев, запахов, зелени, воды и воздуха вокруг тебя. Это даст тебе дополнительной энергии Земли. Я закончу. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Есть ли какие-то области моей жизни, которые мне нужно исцелить, проработать с помощью регрессии, медитации или с помощью других методов? Есть. Это ответ был уже? Ну, в принципе, какой вопрос, такой ответ. Или вы хотели развернуть чуть этот ответ? Нет, я не хотела развернуть этот ответ. Благодарю вас. Так как душа будет настроена на определенные моменты, душа сама должна найти эту боль в теле и вытащить ее. Я благодарю вас, уважаемый Палеос. Я перехожу с вашего разрешения к следующему вопросу. Девятый. Есть ли какие-то важные шаги, которые мне нужно сделать сейчас? Есть. Это ответ был, прошу прощения. Да, это был ответ. Вы спросили, есть ли... Какие-то важные шаги, которые мне нужно сделать сейчас. Да, они есть. Благодарю вас. Хорошо. Последний, десятый вопрос. Есть ли у куратора какая-то дополнительная информация, важная для меня в данный момент, которую я не подумала спросить? Одну секунду. Я телепатирую момент, когда писались эти вопросы. Вопрос поставлен, какие? Как я прочитал, так он был написан. Я отвечу на предыдущий вопрос. Твои самые важные шаги сейчас – это твое моральное и физическое здоровье и баланс внутри себя. У тебя впереди физические нагрузки, с которыми твой биоробот должен справиться. Для этого тебе нужно подсоединить твою духовную составляющую и внутренний стержень, сбалансировать это внутри себя. И, как я уже сказал, получать больше позитива. Это главная твоя задача на сегодняшний день. Все остальное – это рутина. Благодарю вас. Вопросов больше не осталось, уважаемый Палеос. Если вы хотите сейчас активировать внутренний стержень Синти или что-то от себя еще добавить, это был бы самый лучший момент. Да, я поставлю защиту Андромеды, которая выглядит в виде ромба. Если можно, опишите, пожалуйста, какие родные энергии выглядят для Синтии, это важно. Энергии Андромеды выглядят по-разному в зависимости от души. Энергии души Синди – это бело-синий цвет, сине-неоновый, я бы сказал. Я поставлю ромб, который похож на Меркабу, но находится внутри, в самом центре, который должен быть сбалансирован и идет от ног до головы, закрывая все тело внутри, еще раз, не поверх тел. В этом ромбе вытянутом находится стержень энергии Андромеды, которые защищены другими более сильными энергиями, энергии защиты Андромеды. Все это очень гибкое. Синди может сама изменять эти энергии так, как они ей полезны, приятны, и направлять их в те места, где они нужны для защиты и увеличения энергии. Благодарю. Благодарю я вас, уважаемый Палеос. Вопросов больше не осталось. Остался маленький нюанс.
В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция, которую на Андромеде уже знает туманности Андромеда. У нас был уже представитель с вашей туманности Андромеда. И это, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными спелыми ягодами, которые есть на Земле. Самые сочные ягоды появляются. Мы спрашиваем разрешение куратора Палеоса, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за ответы на вопросы его подопечной и просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. Очень замечательный подарок, неожиданный, необычный. Я забыл сказать, что энергия Андромеды имеет связь с Андромедой. И когда человек готов и самонастроен, как антенной, он может связаться и получать ответы. Благодарю вас за это дополнение. Благодарю вас за эту прекрасную встречу. Передавайте, пожалуйста, на этом месте привет от нас с Верой, вашей туманности Андромеды. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Мы со своей стороны готовы убрать преграды, им мешающие развиваться, открыть эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Прекрасно. Прекрасное место и прекрасное задание. Благодарю вас. Нам очень приятно, что вам здесь нравится. Хорошо. На этом месте мы говорим до скорых встреч. Всего вам наилучшего. Я имел в виду жизненное задание и программа. Надеюсь, вы меня поняли. Я понял вас. Еще раз благодарю и до новых встреч. До новых встреч. Всего вам наилучшего. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. С Синтией мы закончили встречу с вашим куратором Палеосом. Вы получили ответы на все свои вопросы? Очень необычная встреча. Я никак не ожидала, что я душа с Андромеды. Очень приятный куратор. Наверное, у меня будут и другие вопросы позже, когда я переосмыслю эти. Отлично. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план, и после этого сразу перейдем к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Синтии в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.